Ариару народу микрофона в руки. Мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Римбо. Я уже, кстати, начинаю думать о том, что у нас очень маленький склад. Я уже начинаю думать, что у нас очень маленький холодильник, его нужно будет переносить в другое место. Или как-нибудь что-нибудь с ними делать. То есть, по-хорошему, вообще переносить надо будет. Можно поменять местами холодильник и вот эту вот комнату. А эту комнату дальше расширить, думаю, этим мы и займемся в скором времени. Также, кстати, я думал насчет того, чтобы сделать тут выход. Пускай даже и сюда будет сделан выход, пельмень, заметьте этим, пожалуйста. И также мы, так, мы перенести не можем, что ли? Да-да-да, перенести не можем, ладно. Переставляем копию сюда. Думаю, вот так вот ее поставить хуже не будет, явно. Мы продолжаем, также нужно будет выкопать вот здесь вот. И построить копию. Надо будет холодильник кардинально расширять, поэтому пока до таких размеров увеличим, а дальше посмотрим. Да, у нас технологии начали изучаться, но это упирается все в то, что у нас мало ученых. Да, так это плохо. Пускай они там будут пока что, хотя нет. Нужно с ними раз и навсегда покончить. Босс, бери коктейль Молотова. Так, босс, иди сюда. Босс, убегай, 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 босс, срочно убегай. Все, теперь босс, можешь брать обратно свою снайперскую отличную, точнее, обычную винтовку отличного качества. И можешь заниматься своими делами. И надеюсь, наши насекомые смогут умереть в скором времени. Тут температура уже 200 градусов. Насекомые начинают сходить с ума. Ай, как громко. Ладно, не буду вам мешать. Так, благотворитель по имени 9 лучников, 3 воина, 1 изгой. Хуже, думаю, явно не будет при персоне. Умственный труд не может заниматься. Общение, строительство. Вообще бесполезный. Максимально бесполезный. Он строитель, кулинар, ремесленник. Нам ученый нужен. Поэтому пока, чувак. И сейчас придет к нам налет. Затмение, ладно, пускай. И налет, я так понимаю, сейчас придет немедленно. Налет немедленно. Давайте вооружаемся все и встаем сюда. Сразу встаем в киллбокс. Голос женского пола, ладно, пускай. О, все жуки у нас подохли уже. Подохли же? Да. Теперь нужно будет ульи раздолбить. Так, атакуем все целенаправленно одного. Все, они отступают замечательно. Можете добивать оставшихся. Спиди. Так. Захватывай. Всех мы спасли. Так, по персоне. Умственный труд 4. Умственный труд 7. Замечательно. Скорее всего, его мы будем себе приручать. То есть нужно будет ослаблять сопротивление и пытаться его приручить к себе. Держать открыто и открыть. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Также нужно будет... Все, пельмени, вставай сюда. Все, пельмени, иди. Чтобы здесь температура уменьшилась. Заходите сюда, тушите. Втроем вас хватит, чтобы тушить все. Надеюсь. Так, теперь... Нет, нет, это все мы никогда не берем. Босс, пельмень. Джордан, пельмень, окей. Теперь мы должны разрушить ули. Раз. Два. Все, замечательно. Тушите, 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 пока есть возможность. Так, а также вот эту дверь не нужно держать открытой, пельмень, займись, пожалуйста, этим. А в куда их дели-то? Ой, блядь, дерьдолбоёбы. Нахуя нам жле насекомого сейчас? Будете жрать, что я поздравляю вас. Вот, жле насекомых тут запрещено. В смысле, как это работает? Склад... Желе насекомых запрещено. Почему оно тут хранится? Да, проблематично, проблематично. И у нас еда опять кончилась. А сколько это? 25% выросло только. Предлагаю вот эту вот область заменить на клубнику.
Так, мы изучили биосырье, теперь мы можем делать дроиды рабочих. Ну, пока униформу, думаю, без такого изучать. Так, ага. А у нас еще не по производству есть для андроидов перегонный аппарат. Без нервного срыва у Джордан, почему? Не знаю. Просто... Голсок. Класс. Джесс у нас теперь стала наркоманом. Малолетняя наркоман, 17 лет, окей. Вообще шикарно. Передозировка, Джесс. Класс, вообще шикарно. Перепил пленнику, ты у нас ослабляешь сопротивление, ладно? А тебя мы выпускаем. Так, босс, кстати, насчет тебя. Ты должен будешь взять... Катри Молотова, иди сюда. Все, убегай. Теперь можешь обратно брать свою винтовочку. У нас еды нет, да? Вообще еды нет. Класс. Логи пельмени. Вот давайте вы вчетвером сюда бегите и будем устраивать геноцид оленей. Ага, класс. Босс еще и подгорел. Босс загорелся. Только когда тушитесь. Лесной пожар, тут половина деревьев пожег. Ну ладно, чё ж теперь. С этим ничего не делаешь. Пожег-то пожег. Пополнение. Чё, что простите? Перейти к месту. Вещи. Почему? Просто решил присоединиться, окей. Здоровье у тебя идеальное, по персоне ты кто? Ты вообще никто? Типа, блять, зачем ты нам? Вообще не представляю. Голод, я понимаю, что голод, ребята, но сейчас... Нет, не ешь, хаски! Исаак, разделывай. Вот, идеально вы место выбрали и время, чтобы поссориться, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Рэнди, как же смешно, как же смешно. Да, болезнь растений именно сейчас, да, и шикарно. А, боже, приказ срезать все. Потому что сейчас микроконтролем заниматься это безумие. Так, Джесс, или Джесс, пожалуйста, займись готовкой, пожалуйста. Сейчас, потому что все сейчас животные съедят всю хрень нашу, и все, и трындец настанет. Дрожжёный корабль. Вот такое ощущение, что Рэнди просто не хочет, чтобы мы что-либо строили. Так, гранит. Где гранит? Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Надеюсь, ты думаешь с этим заняться, да? Да, ты занялся этим, это замечательно. Нужно лечение кому? Спиди и Исаак. Так, и запрещаем здесь сажать. Потому что болезнь растений сейчас все равно либо все уничтожит, либо все уничтожит. Тут без вариантов особо. Так, область, уменьшить домашнюю область. Это не домашняя область. Джордан, ты можешь здесь не убираться, и тебя никто не заставляет. Вечеринка, блять. Вообще безумные люди. Да, снеси сталь. Все замечательно. Босс, Сеня, его, Исаак и Спиди. В случае всего, на крайний случай, мы бежим в киллбокс. И атакуем. Ага, замечательно, атакуем механоидов. Спиди, иди сюда. Атакуй его. Это плохо, это плохо, это плохо. Так, атакуем его. Спиди, атакуй ближний бой с механоидом. Пельмень, стань сюда. Угу. Сработали. Так, у тебя, Исаак, что по здоровью? Смерть через 18 часов. Смерть через 14 часов. Босс, отступай. Босс, отступай, тебя прикроют, не боись. Потому что нужно, чтобы в любом случае босс выжил. Ага. Все, так. Исаак, теперь ты. Отдыхай. И босс, отдыхай. Спиди, что у тебя по здоровью? Ничего страшного, вы можете вдвоем разойтись, в принципе. А мы вдвоем останетесь уничтожать корабль. Так, пельмень, подойди поближе, пожалуйста, к кораблю. Да, это было жестко, ладно. Вы можете разойтись, это все нужно будет перенести. А вот это все нужно будет разобрать. Спиди, пожалуйста, займись лечением, да. Лечи босса. Лучше обычными медикаментами. Босс, лечи себя. Лучше ты сам себя вылечишь.
Все здорово, все нормально, у тебя все нормально, все замечательно. Фух, это жестко. Так, вы ничего не видели, мы не едим мясо хаски ни в коем случае.